Привет, дружище, ну что, наступил тот день, когда я наконец-то на своем аккаунте баролю героев. Попробую выбить пепельную Матрону и попробую выбить... Кого я попробую выбить? А, да, новую сучку, блин, мисс Магия, вообще такая прикольная, ну а шо? Ну, как бы, как настал тот день? Я, на самом деле, записываю данное видео сразу же после того, как опубликовал видос с прокачкой мастера рун. Единственное, я не знаю, когда я его опубликую. Может быть, я его опубликую в субботу, а может быть, в воскресенье, а может... Нет, ну, как бы, воскресенье крайний срок. Вы там в комментариях пишите, когда я опубликовал. Не забываем ставить свои княжеские лайки, не забываем про пельмени. Я не знаю, я хотел бы вам пожелать что-нибудь поесть другого. Я, к примеру, люблю, не знаю, простоту. Просто простоту. Если, как бы, я 10 лет, правда, на кухне отработал, в ресторанах. Но, знаете, вот сегодня я кайфанул, взял на сковородочку, положил черный хлебушек, вот, туда... взял как бы сверху, ну, обжарил с одной стороны, потом этот черный хлебушек перевернул, туда положил сыра, вот, и на медленном огне дозапекал, чтобы этот сыр расплавился. И сверху все это помазал песто соусом. Ну, я так люблю, так вкусненько, простенько жареный хлебушек с сыром. Вкусняшка, так что давайте, жареный хлебушек, все дела, лайки, подписки, шмиски, вот, отдельное спасибо ребятам, кто до сих пор, несмотря на кризис, помогает поддерживать мой канал спонсорскими подписками, вот, вы всю ситуацию видите, вы всю ситуацию знаете, вы самые осведомленные люди на этой планете, ребята. И осведомленность ваша заключается в том, что мне нужна пепельная Матрона для коллекции, для судьбы. И мне, конечно же, нужна мисс Магия, потому что я еще до нее не добрался, я еще не записывал на нее обзор. Но она реально прикольная. Она реально прикольная, даже просто если ты почитаешь описание и умения, она классная. Реально, и давай я даже, не знаю, скидку возьму. Скидку на вербовку героев. Единственное, да, сразу в начале роллинга скажу, что я не верю в то, что я выбью сегодня вообще кого-то, тем более мисс Магию, это во-первых. Во-вторых, я отчетливо понимаю, что в моем случае логичнее было бы самоцветы потратить на что-нибудь другое, там на роллинг созвездия, ну то есть оставить их и не тратить на роллинг. Но нужен, во-первых, контент, во-вторых, у меня огромнейшее желание получить мисс Магию, в-третьих, у меня пустующее место в алтаре, которое надо чем-то заполнять, вот вы видите, и как бы в-пятых, вам же это интересно будет посмотреть, надеюсь. Ну, хотя потом по просмотрам посмотрим, вот, тавтология какая-то. Ой, ну, пожелайте мне удачи, ребят. Фобос, можете видео на паузу поставить, так и написать. Князь, желаю тебе удачи, ну вот, или наоборот, желаю, чтобы ты ничего не выбил, Азаза, князь. Вот, никого банить не буду, вы знаете, комментарии никакие не удаляю, а те комментарии, которые прочитываю, я отмечаю своим большим княжеским лайком, друзья. Ну вот, мы уже потратили несколько тысяч самоцветов. Слушай, герои падают неплохо. Вот, знаете, это вечное проклятие, когда тебе выпадает один герой какой-то хороший, тебе сразу второй раз он выпадает, вот уже Фобос второй раз упал, хотя вместо него могла быть пепельная Матрона или мисс Магия. Давай там, рандомчик, пепельная Матрона и мисс Магия, приди. Вот, пожалуйста. И, ребят, не забываем подписываться на мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Там вы найдете какие-нибудь фоточки там из моей жизни, то, чем я занимаюсь, какие-то мои голосовухи, когда по поводу чего-то меня бомбит. И если не будете отключать уведомления, вы никогда не пропустите новые видосы, тем более стрим. Ой, ну а пока что мисс Магии даже и не пахнет, пепельной Матроной тоже. Ну, конечно, надежда у нас есть. Надежда у нас есть, я вам скажу. Вау! Да! 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 Ха-ха! Ну хоть что-то. Ну хоть что-то, ёлки-палки. Уже заполню места. Видите, не зря я там все ресурсы не тратил, да? То есть уже, ребята, заполню места, елки-палки. Ну, уже не так обидно то, что потратил самоцветы. Не так обидно. По крайней мере, я буду расчехлять не допа, а именно пепельную Матрону, малышника. Ну, прокачаю ее, конечно, там, наверное, как допа. Но, тем не менее, сила увеличится, судьба увеличится. Давай, мисс Магия. Если сейчас будет мисс Магия, то я просто бы... Я не знаю, что. Надо какой-нибудь спор...
спор придумать. Не знаю, правда, какой, но надо. Мисс Магия, пожалуйста. Не, ну, блин, я уже вот сейчас, я уже отчетливо понимаю, что точно мне надеяться не на что. Потому что уже выпала пепельная Матрона. Мисс Магию буду, не знаю. Знаете, через месяца два ее, наверное, получу, в три в лучшем случае. Ладно, давайте, друзья, ролим. Пожалуйста, Мисс Магия. Мисс Магия, давай, не знаю, сделаем паузу, откроем мои немногочисленные ништяки. Но они у меня есть, посмотрите, вот видите. Мы друида открыли. Ну, уже половину самоцветов-то потратили, да? Так, тут что-то открыли. Тут у нас что? Ой, и тут что-то открыли, окей. Тут у нас, ну окей, тоже. Вот что они не продают на базаре маскировку? Скины на здание, да, прям вообще без них жить не мог. А, ну это у нас с непосредственно линии обороны. Ну, вот эта штука. О, нормально, 5 карточек. Отсюда что выпадет? Трифит? Да, да, ребят, смотрите, какая у меня отличнейшая интуиция. Отличнейшая, просто замечательнейшая, умопомрачительная, офигительная. Так, вот и все, вот, как говорится, все мои ништяки. Ладно, идем дальше, давай. Мисс Магия, пожалуйста, ну случись чудо. Я всем выбиваю всегда, мастера рун я всем выбил. И только потом себе еле-еле его собрал осколками, просто там с мучениями. Потом он назло взял, выпал, грубо говоря... Фрея паладина. Слушай, ну падает отлично. А, блядь! Нихуя себе! Блядь! Бля! Блин, ну это, ребята, это мега удача. Я что-то как-то на самом деле заметил за собой, что в последнее время я больше радуюсь, ну как-то у меня реакция, может быть, просто из-за того, что у себя толком ничего не могу выбить в последнее время, да? Но я заметил, что когда кому-то другому роли, у меня прям, знаете, если я выбиваю реально нужного какого-то супер редкого героя, то у меня прям радость там ненаигранная, искренняя, и радуюсь больше, чем за свой аккаунт. Но сегодня что-то я не знаю, сегодня я прям так радовался, как никогда в жизни, друзья. Прям охренеть. Я, если честно, в шоке. Это что-то невероятное, судя по всему, ну, многие говорят, там, Мисс Магия, имба, там, кто тестил, тем нравится, я еще обзор не снимал, но буду снимать обзор именно на свою. Что я могу сказать? Ну, прокачка силы моя пошла в одно место, потому что Мисс Магию я, наверное, по-любому буду гнать на 30-й прорыв. И что тут можно отметить? И, наверное, обзор буду уже снимать непосредственно именно на свою Мисс Магию. Да, допов-то надо прокачивать, ну а что тут поделаешь, ребята? И мастер рун тоже без прорыва останется. Ну, потому что, короче, я буду думать, как я еще буду распределять ресурсы на своем аккаунте, потому что особо не разгуляешься. Вы мне напишите в комментариях, посоветуйте, что, может быть, как-то поровну прокачать прорыв мастеру руны и мисс магии. Но, блин, это, ребят, невероятно круто. Можно, конечно, ради нее и немножко силой пожертвовать. Потому что, ну, выгоднее, когда ты камни пламени распределяешь на всех героев, а не в одного там 30-й прорыв прокачиваешь. Ёлки-палки. Ну, тут я, если честно, давно так не радовался за свой аккаунт. Потому что, ну, это... Слушайте, это невероятное чудо. Это невероятно. Я не верил, я честно не верил. Это что-то с чем-то. Я даже, ну, как бы дальше кнопку не буду нажимать. И по факту, мне надо все-таки допа сливать, но это то чувство, когда тебе не жалко допа слить, да? И по факту у меня только вот сейчас не хватает механоид альфа и темного колдуна.
Блять, если честно, ребят, я что-то до сих пор в шоке. Давайте сольем допа. Сольем допа, в кого я там мог сливать. Кого я специально не докачивал. Господи, ну это прям что-то. Это прям что-то, подожди, у меня где-то. Вот в этого, что ли, улучшит навык? Нет, не могу. Господи, сейчас подождите, ребят, я приду в себя, я солью. Да, здесь тоже десятка. Это какой-то специальный такой талант. Жесть какая, я что-то пребываю в каком-то адском шоке. Слушайте, может, у меня и не осталось этого героя, в которого я раньше, знаете, там все, что можно, сливал. А сейчас его бац. Бац, его и не осталось. Может, в этого? Да. Так, кого сольем? Ну, Ронина какого-то, наверное, да? У кого тут пятый прорыв? Того и солью. Постой. Я с девятым прорывом чуть-чуть не слил. Так, есть. Сила уменьшилась. Я не знаю. Я просто в шоке, друзья. Пепельная Матрона приходит на мой аккаунт. Мисс Магия приходит на мой аккаунт. Огромнейшее спасибо тем ребятам, кто за меня болел. Вот, спасибо, кто меня поддержал лайком, комментарием. Спасибо, еще раз буду постоянно говорить тем, кто поддерживает спонсорской подпиской. Даже если там за 40 рублей оформлено, все равно огромнейшее спасибо. Благодаря вам эти видео выходят. И часто как могу, да, то есть. Вот, блядь. Всем спасибо, ребят. Всем огромнейшее спасибо. Вот. Всем такой же удачи, как у меня была удача сегодня. Пока, друзья.